Сейчас идет баунти-кампания Сили, и чтобы в ней поучаствовать, нужно либо сделать твит в Твиттере, либо сделать видео про проект. Как мы видим, вот, чтобы участвовать в медиа-контенте, нужно сначала отправить ссылку на свой канал, YouTube или блог. А в Твиттере просто нужно сделать пост в Твиттере с хэштегом текущей недели. Сейчас это вот World Cup. Вот, например, я сделал пост, мне дали токены. Можно получить такой пост от 500 до 3000 сили. Это достаточно хорошие выплаты, поэтому стоит поучаствовать. Для выплаты нужно иметь в своем посте 5 ретвитов и 20 лайков минимум, иначе не примут. Так что, чтобы его отправить, просто идем в баунти на сайт Сили, копируем ссылку и сюда вставляем. И все, и ждем подтверждения. Чтобы отправить видео, нужно сначала отправить свой канал, а затем уже отправить ссылку на видео в Project A, вот сюда вот. И после этого видео проверят и дадут токены. Могут дать 1000, 5000, 10000. Ну там по-разному. Так что всем советую участвовать в видео компании. Там нужно иметь от, ну, примерно от 1000 просмотров на видео и вот, ну, 100-200 лайков. И комментарии, конечно же. Потому что много видео отклоняются. Поэтому всем советую поучаствовать. Очень хорошая, щедрая баунти программа. ICO проекта закончилось уже давно, но сейчас идет баунти программа. Так что токены сейчас даже торгуются, можно их получить по просто баунти компании, так что всем советую поучаствовать. Либо по видео записать, либо ретвит. Осталось всего 2 дня, ведь малый баунти идет до 28 числа. Вот. 28 июня. Так что 5 миллионов сили разыгрывается. Вот здесь все правила есть. Многие баунти уже закрыли. Остались только контент и ретвит. Так, ну все равно это можно много получить токенов. Так что все участвуем. Пока есть время, не пропускайте шанс поучаствовать в этом проекте. На этом все. Все важные ссылки, как всегда, в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.